Сегодня мы идем на авантюру. Санаторий, в который мы приехали, посоветовала одна из зрительниц моего блога в Инстаграме. Сказала, что место очень интересное. Сохранились чьи-то личные вещи, процедурные, ванны и куча книг. Сами здания заброшены около 6-7 лет. Вроде небольшой срок. Но этому залазу, видимо, не суждено было быть радужным. Скоро увидите все сами. Будьте осторожны, следите за собой и приятного просмотра. Да, школьники там какие-то гуляют. Они тоже сюда, что ли, пошли? Пошли, да. Ну ладно. Погуляем, так сказать. Ты хочешь в деревянный дом? Короче, ребята, чтобы вы понимали, тут несколько санаторных домов. Есть лечебный, есть просто какой-то, видимо, для отдыха, и есть какой-то деревянный, про который мне девочка сказала, что лучше туда не суваться, потому что там живут не очень добродушные люди, которые неизвестно, что могут с нами сделать и с нашей аппаратурой. Поэтому мы стараемся как-то избегать этого деревянного домика и уж тем более его не ищем. Видите, вдалеке тоже. Какие-то люди ходят. Местный парк у людей с такой вот заброшкой посередине, и через, получается, все эти тропинки они переходят из одного поселка в другой. Так, ну как там у нас? Странно говоришь. План нормально. Экстремальный залаз. Дай мне фонарик вообще. Нет. Ты будешь ссаться. Почему это я буду ссаться? Посвети туда внутрь. Вот. Прям внутрь. Какие-то телевизоры. Интересное кино. Где? Ну, естественно, там будет плесень. И не очень понятно, к чему это нас привело. Тут не пролезть. Там же нет дыры. И мы с тобой не паркурщики. Опа. Нет варианта, нет. Один. По дереву проползти. По дереву.
все парты в доме разобрали. Столько всяких разных звуков. Беседный корпус. Это, видимо, была площадка детская. Какие-то вон постройки. Вот там, за этой перегородкой мы были. Пытаемся все еще найти вход. Я тут думаю, местные жители приходят и заколачивают, чтобы их дети не лазили. Или просто алкаши с наркоманами там не собирались. Все может быть. Там прям все. И там стройматериалы лежат, бетон. Ага. Что-то опа. Что? Во. Вот эти белые двинуть, дверь. Какие-то ботинки, матрас. Что-то не заходит. Да я уже зашла, все. Они, блядь, цементом залили, пройдет. Действительно. Замок висит. Пойдем тогда, может. Блин. Бедненько, а вон. Ага. Матрасом заложено, блядь. Вообще меня бесит, что начинает уже темнеть. Где ты матрас увидел? Мы были бы спайдерменом. Паркурщиками. А это заброшенное. Такое все хорошее здесь было. Это белорусы строили. Сейчас скажу, сколько, 40 лет назад, я вышла замуж назад, 40 лет назад они здесь строили, такое было, там на крышах в мешках спали, лечили сердце, все. Вон там были эти, где канавы, там были эти, как их сейчас скажу, эти лагеря, эти, как они называли, летние, приезжали. Ну, мы еще маленькие были, бегали, молодежь с Москвы, вся Москва плачешь здесь, у нас здесь такое было, такой сна, все в цветах, все было, фонари, дорожки такие были ровненькие, вообще все, лавочки везде стояли на каждом шагу. Здесь вообще оазис у нас был, везде сосны были, а сейчас все, вот здесь вот этот, как его, бурили сколько-то лет назад, вода радоновая, но она там где-то, и здесь она есть в корпусе. Последний грабит уже все. Здесь корпус деревянный был хороший, он сгорел недавно. Год-два назад его подожгли.
Они поэтому заколачивают еще, сюда, а? Чтобы не грабили другие. А лазит все равно, молодежь лазит. Наркоманы где-то вот все равно лазит. Угу. А там все пусто, тут уже все увезли, вытащили. Что здесь? Все, заходили сюда, знаешь, как Кремль, дорожки были все цветные. Ходить было, чистота идеальная была, врачи. Вот этот дом был весь в врачах, кардиологах. Они вон до сих пор ходят, 87 лет, знаешь, как соображают. Жалко, жалко, я хожу прям, не могу, жалко. Так вот мы вот едем по многим местам, многие такие-то забрасывают просто и все. Ну, понимаешь, что дело? Они же не могут это, ты скажешь, что они не смогут это продать, знаете? Потому что это отведено под санаторий, это раз. А потом, если только какие-то бандюки купят, они здесь, знаешь, что сделают? Снесут эту рощу и сделают эти, как их? Дворцы свои. Ну да. И все. А что, вон, воинская часть-то? Все в дворцах, а раньше не было этого. Ракетная воинская часть. Это же обалденно, здесь это. Всю весну белая-белая красота. А была вся поляна в этом. Все было, ребята, все уничтожили. Я не знаю, что держат вот это все. Взяли бы хоть под какой-нибудь военный госпиталь, сделали бы что-нибудь такое. Или для детей, для больных. Ничего не делают. Ну я в Москву приехала 27 марта, последний день уже, потом рыпаться туда нельзя было. Она говорит мне, я приехала в эту, меня послали, ну я хрустальная, ну вот, а я говорю, девушка, мне так и так, такой вот укол нужен, а он стоит 30 тысяч, один укол только. Она и говорит, опоздала на полтора часа, и говорит, надо было все записывать, она девчонку записала, а я что-то растерялась, расплакалась, она мне говорит, вы что сюда старые приехали? А нас было 9 человек. А я думаю, пусть 60 лет. Ну, пусть 62 там. Еще одна женщина была там 58 лет. Она говорит, что старые приехали? Я вас, говорит, обслуживать не буду. И ушла. А я говорю, медсестре, говорю, уважаемая, а когда нас будут принимать-то? Она говорит, сейчас, говорит, она вам выйдет, спляшет, чайку попьет и спляшет. Да, вот честно вам говорю, так с вами разговаривали. И вот мне ехать к профессору, мне тошнит туда даже ехать. Честно, вот такое отношение. И она мне ничего не дала. Она мне документы бросила, мне на пол упали. Но она потом сама подняла, я не стала понимать. Я пошла, заплакала. А она вот так вот это ответила. А я говорю, сколько вам лет? Она говорит, 34. Я говорю, как раз сын у меня. Я говорю, значит, плохо воспитывали вас. А мама-то она полечит, правильно? А другая мама тоже хочет ходить, да? У меня вот 34 перелома, я тоже хочу существовать более-менее, да? Конечно. Что человек, если вот я с болью всю жизнь живу, и что? Я же всем тоже помогаю, никого не обижаю. Я всем говорю, всегда вот встали, идите, хоть боль, хоть чего-то там, да, не надо ныть. Надо идти и заниматься чем-нибудь, хоть чем-нибудь, но заниматься. Или кому-то помочь, что-то сходить, может там сварить там или что-то. Я вот не могу, например, тяжести сильные поднимать, а поесть я пойду. Помогу бабушке там кое-нибудь. Если я помогу, значит и мне помогут. И что это? Говорить-то нечего. Ну так-то у нас здесь хорошо. Это вы уже приехали, когда все уже развал. Ну так весь лес был. Вот там, где вы пойдете сейчас, туда. Там ходили, нет? Ну вот сейчас пойдем, да, в ту сторону. Вот иди сюда. Где столовая? Туда. Вы были там, где столовая, нет? Еще нет. Вот идите туда, сфотографируйте все. А там еще, знаете, что было? У нас здесь голубые елки были, аллея. Вон, видишь, одна осталась. И то ее ломали. А у нас там была столовая, голубые елки. Свадьбы отмечали. Все приезжали эти, военные сюда приезжали. Ой, красота была необыкновенная. Все было в розах, все. А сейчас вот ничего нет. Вот здесь вот была поляна клубника, все заросло. И никто не лазил, ничего нет. Вот ходили сюда все. Мы жили в деревне. Ходили все и дружили, и все. Никто не воровал, ничего, никто не лазил, ничего не это. Как вот этот дом построили, как чурбаны приехали. Понятно. И все, и понеслось у нас помойки вот эти все, бутылки вот эти все. Ну, они такие. Они везде писают, как это, извините за выражение, и там же кидают. А они не пьющие, говорят. Конечно. Вот так вот. Там стоял вот этот деревянный такой корпус, который сгорел. Обалденный корпус был. Все было с процедурами, все это. А потом там по маленькой дорожке, вы увидите там здание, это как раз вот столовая. Там вообще разруха. Вот сфотографируйте. Хорошо. А потом-то вы это материал куда-то отдаете, в да? В интернет, да. Во, выбросите. Такая у нас это здесь территория обалденная. Да. Хоть бы для детей больных сделали. Вот я уже говорю, ладно там для стариков, для детей бы сделали. Ну да.
Ведь ехали все, сердце лечили, отсюда уезжали все, приезжали такие, все ходили. А уезжали все отсюда счастливые, автобус ходил, все-все-все. Сейчас ничего нет. Собака какая-то. Да здесь не будет, здесь никого не это. Там молодежь в беседке сидит, они ничего не тронут, если они там сидят. Ладно, ребята, удачи вам, всего спасибо. Хорошего. Спасибо вам. Да, до свидания. До свидания. Вот здесь идите по дорожке, ага. И упрёте там вот, держите с правой стороны. И так в столовую прям упрётесь. И вокруг нее можно ходить. Но там завал в одном, смотрите, чтобы не грохнуло. Хорошо, спасибо. К сожалению, пойти смотреть окрестности у нас не было времени. Счет шел на минуты, пока на улице не стемнеет. Кому понравится лазить по заброшенному зданию в полном мраке? Было принято решение искать вход дальше. И по случайности мы его нашли. Самое страшное место, в котором я на сегодняшний день был. О, офигеть. Даже, блин, страшно лишнее движение сделать. Пипец, страшно. Все, ладно, идем.